Я делаю комплекс сам, начинаю с разминки. Теперь перехожу к основным асанам. Асаны желательно должны переходить, естественно, одна в другую. Когда идет такое похрустывание, очень хорошо. Говорит о том, что позвоночник растянулся, становится на место. Поза растянутой спины очень хороша тем, что растягивает вот эту вот заднюю поверхность бедра и спину. Те части тела, которые черствеют, и по ним не проходит энергия. А растягивание постоянно вот этих вот частей тела способствует тому, что энергетика в организме течет очень хорошо. Проработка коленных суставов очень важна в этой асане. Они редко получают такую нагрузку в течение дня, и поэтому очень хорошо откликаются.
Помимо всего прочего, растягивание подмышками способствует лучшему прохождению, как говорят, энергии печени. Организм лучше ее циркуляции. Немаловажно растягивание паховой области, вот этих мест, тут тоже может быть и застой энергии, и множество разных проблем возникает, поэтому когда растягиваешь эти суставчики тут, многие проблемы исчезают. После того, как эта часть раскрыта, ее надо закрыть. И закрываем мы как раз скрученной позой. То есть асаны действуют и как бы на открывание энергетических центров чакр. И после того, как они проработаны, надо их закрыть. То есть следующая асана идет на закрывание. Прорабатываем одну сторону, сжимаем в этом направлении печень, сначала с этого, из правого бока, толстого кишечника начинаем. А потом как бы выжимаем остальное дальше сюда, в левую сторону. Thank you.
считать, комплексы закончатся, да? И последнее упражнение, так сказать, на проверку гибкости, это закрытый лотос. Последнее, что можно сделать, это помедитировать, то есть сесть, расслабиться и постараться так раствориться, что вы не чувствуете тело, не чувствуете своего сознания, вернее сознание вы чувствуете, что вы настолько расширились, что весь окружающий мир стал вами, вы проросли в него и чувствуете его. Немножечко помедитируем. Значит, надо так сесть, чтобы позвоночник был прямой. Сидеть вам было удобно. Ничего вам не давило, не мешало. И как бы сказать, вот здесь эта часть тоже должна быть прямой. Поэтому так как бы макушечкой потянитесь, как за ниточку. Вот. И сдерживаем дыхание так естественно и погружаемся. Если хорошо расслабиться, отключиться, то почувствуйте какую-то необыкновенную радость, которая происходит внутри вас. Это говорит о правильности медитации. После того, как вы растворились в пространстве и заканчиваете, верните себя назад. Для этого можно сделать следующее. Как бы делайте вдох и руками собираете себя внутри физического тела. Например, так. Собрали, сжали и спрессовали. Делайте глоток и направляйте сюда. О, здесь собралось. После этой медитации вы чувствуете себя сильным. 30-е сутки голода. Вы видите, грязи еще в организме предостаточно. Я должен сказать, не столько слизь даже сейчас отходит, как грязь. Печеночная грязь, да? Тена там скопилась. Но факт остается фактом, что все это отходит, отходит, отходит и продолжает отходить. А как вам это понравится? Это 38-е сутки. Один из последних выбросов после клизмения. Видите, что выходит? Вот это вот выходит грибница. Застарелая уже. С желчными шлаками набитая. Видать, расположена возле входа тонкого кишечника в толстый. Вот она какая гадость.
На 39-е сутки настал кризис. В животе возникли острые боли. Один выброс вот такой вот слизи следует за другим. Организм отторгается через мощный очистительный кризис. Сороковые сутки голода. Вы видите массовое отторжение опухоли после того, как она убита голодом. Это последний выброс солевой клизмы. Сегодня я выхожу из голода. Видите, какая она? Такая плотная медуза прекратила свою жизнедеятельность, еще была прикреплена к стенкам желудочно-кишечного тракта, в основном толстого кишечника. И когда она выходила, я буквально таки обессилен. Когда она убивалась, организм ее отторгал, затратил массу энергии. Я просто лежал, как тяжело больной человек. Так она и есть на самом деле. Теперь это позади. Сегодня выход. Вот она бурая. Вы представляете, вот эту слизь вырезать? Да ни за что вы ее не вырежете. Удаляет участок кишки. А этой дрянью наполнен уже весь организм. И на ослабленном организме быстренько все прорастает по новому. Тот, кто смел, решителен, тот за первым годом повторяет второй, третий и избавляется от всей этой дряни. То есть не можешь длительно голодать, не надо. Это есть фракционное голодание. Вот и все. Итак, закончен мой 40-дневный голод. Если б не огромнейшая опухоль в районе живота, точнее толстого кишечника, то он бы, конечно, прошел намного раньше. Голод почти, можно сказать, законченные. Вот посмотрите на мой язык. Розовый, да? Голод такой длительности, конечно, дело очень серьезное. Это огромное испытание для людей решительных, смелых и уверенных в себе. Теперь предстоит выход. Значит, за время голода я потерял с 98 килограмм до 75. Значит, 23 кг. Практически это была очень серьезная болезнь. Сначала она не так сказывалась, но потом, когда начала выходить патология из толстого кишечника, а за ней и из легких, значит, сил стало
очень мало. И когда был кризис, особенно вот на 39-40 день, меня буквально обессилило. Но зато, как вы видели, значит, произошли боли в районе толстого кишечника, живота. И организм отторг эту опухоль. Посмотрим туда дальше, все или нет. Но при случае можно еще полтора года. Молот будет уже не такой, конечно, длительности, он будет более эффективным. Вот, и... Значит, она вышла, вот это особенно последнее, вы видели огромный шмот. Вот этой вот просто-напросто слизи, которая покрывала, значит, стенки толстого кишечника, там, знаете, такая, как типа шкурки колбаски круглой была, и слизь, ну и все то, что изображено по дням на пленке. Помимо прочего, значит, так как я раньше болел воспалением легких, часто были ангины, гланды удалены, то в районе горла, такое впечатление, как, знаете, ну не иголок, а волос насовали или соломы, которая, знаете, от гортани уходила туда вниз, в легкие, в гортань. То есть было очень неприятное чувство, такое какое-то покалывание. Значит, это, конечно, отчасти тоже это исчезло, но я бы не сказал до конца. То есть в идеале, конечно, через дней, допустим, 40-60, повторить еще один голод, там сколько дней, там 20, ну, для того, чтобы ковырнуть эту патологию, значит, хорошо. Далее. А сейчас как... Ковырнуто хорошо. Так, что еще сказать? Ну, что касается соединительной ткани, вы уже видели, значит, она очень хорошо очистилась. Это основа нашего иммунитета. Если она становится, значит, гибкой, эластичной, начинает хорошо пропускать питательные вещества назад отдавать, значит, шлаки, это большое дело. Она составляет 85% человеческого организма, и естественно оздоровить ее — это оздоровить целым организм. Что еще должен сказать? Это, конечно, оздоровление печени. Печень стала давать желтую желчь. То есть, если раньше выходил даже после тех же 27 суток, то первый выброс желчи у меня был, знаете, черный. А потом далее шло нормально. То теперь уже желтый. Оздоровление печени, значит, на таком вот уровне, то есть она почти три раза обновила свой клеточный состав. Очень и очень хорошо. Значит, буквально желчь на пищу брызгает. Значит, будет, вернее, уже восстановлены все виды обмена веществ. Печени теперь остается так правильно, грамотно выйти, не спеша, с тем, чтобы... не засорить ничего. И пищеварение все-таки будет возвращаться медленно. Оно ушло из желудочно-кишечного тракта как центрального распределителя в каждую клеточку.
И теперь ее надо вернуть с каждой клеточки, опять централизованно от желудочно-кишечного тракта. И тут недопустима никакая спешка, никакие, знаете, будем говорить, потакания своим чувствам. Ну, мол, теперь можно отпуститься, я сейчас буду наедаться и так далее и тому подобное. Ну и как в 14-суточном голоде я показывал свое тело до торса, значит, сейчас я тоже покажу, насколько, так сказать, она похудела, хотя ранее было видно, но это более-менее будет крупным планом, и вы увидите, как бы он говорит, подточила меня. Итак, вы увидите меня после 40 суток, да? Глядя на себя, я так, он говорит, вроде бы, слетевшие эти 23 килограмма, да, особо не ощущается. Но я практически уменьшился где-то полтора раза. Ручки стали эти, такие. Манусенькие. Хотя я должен сказать, вообще запас у человека на голод он может выдержать, вот я, например, по себе чувствую, чтобы действительно тащать до крайности, и мышцы, значит, стали как веревки, тело стало. Надо, вернее, можно выдержать запросто суток 60. То есть у вас все, конечно, станет наравне с костями. Ну, у меня особенно, допустим, по телу не так видно, но зато лицо, вернее, голова очень и очень сильно сдает в первую очередь. Со спиной, да? Со спины здорово. Со спины здорово повыедала. Ручки-ножки стали тоненькие, но в целом, будем говорить, таких людей даже еще с худшими параметрами, чем у меня в данный момент, очень и очень много. То есть, если бы не лицо, то и люди, которые меня не знали, а видели первый раз, они бы подумали, что это мое нормальное состояние. Ну, от слабости, значит, голос садится. То есть не такой звонок, как раньше. Ну, еще раз посмотрите на язык. Розовеющий, да? Значит, еще, конечно, будут выходить шлаки. Из организма частично еще будет вестись оздоровительная работа в теле. И дальше будем, значит, ну не по дням, а так дня через два делать съемки, как буду выходить из города, как я буду меняться, какие будут положительные результаты. Все это будем запечатлевать на пленку. Идут третьи сутки восстановления. Крайне важно в это время поддерживать гибкость на должном уровне.
и в то же время выполнять массу всевозможных мероприятий, направленных на одно, на уничтожение сухости и холода в организме, чтобы не возбуждался ветер. То есть кожа не была сухая, кал не сох, не вызывал запоров и трещин во время опорожнения кишечника. Поэтому применяются горячие водные процедуры. Допустим, утром душ контрастный, вечером ванна теплая, прогревающая. И после них втирание в тело оливкового масла хотя бы от груди до колен. Если уж кал сильно сохнет, то желательно раза два в день брать такие вот с мизинчик, выстругивать свечки с масла сливочного, замораживать в морозилке и вводить в ванну. То есть это можно делать и на ночь, и даже утром после того, как опорожнились, или даже перед. В некоторых случаях чувствуете, что беда может быть у вас во время опорожнения. Делайте, значит, такую, будем говорить, клизмочку маленькую с теплой водой, чтобы она как-то там размыла, смягчила, и стул у вас был нормальный. То есть вот эти проблемы досадные, они очень часто встречаются на выходе и портят голод. Вот. А сейчас разминка. Первым делом, конечно, надо размять, как говорят древние, древо жизни, позвоночник, хорошенько его проработать во всех направлениях, потому что по нему циркулирует спинномозговая жидкость, которая должна нормально омывать все нервы. Тогда они будут и питаться, и функционировать. Кроме того, значит, все хрящевые ткани, которые составляют наш позвоночник, они не имеют сосудов, и поэтому питание доставляется к ним за счет сжимающих, растягивающих движений. Так вот, чем этих движений будет больше в течение дня, тем лучше будет напитываться эта ткань, и, естественно, она будет более здорова. Без этих движений она просто-напросто как бы усыхает, садится, защемляется, и человек начинает болеть. То есть то у него какая-то контрактура, то у него нерв защемило, то еще. Значит, ну, какие простые упражнения, значит. Дыхание с прорывом позвоночника как раз позволяет наладить вот такую вот циркуляцию по позвоночному столбу, вот этой вот спинномозговой жидкости. Итак, начинаем. Вдох, прогнулись. Выдох. Начинаем не спеша, потом амплитуду и усилия все более увеличиваем, усиливаем. Я делаю целиком этот комплекс, а вы можете повторять за мной. И хватит этого упражнения, да? Теперь другое. Размять нам больше поясничную часть. Для этого мы начинаем. Растягиваем ее. В одну сторону, другую. Делать, естественно, так, насколько у вас хватит гибкости.
чувствуете, как здесь у вас тянется. Вот это то, что надо, как раз растягивание позволяет жидкости заходить в сухожильную ткань и напитывать ее питательными веществами. А вредно выводить вон. Теперь желательно скруту поделать. Делаем вдох носиком, а потом скрут. Вдох, выдох, вдох, выдох. Теперь помогаем еще себе руками. Вдох. О, чувствуете, как позвоночник пощелкал? Становится на места. Сделали, да? То есть таким образом мы проработали позвоночный столб. Проработали его на изгиб, на сгибание, на растяжение и на скручивание. То есть проработали во всех плоскостях. Желательно еще сейчас проработать на бочок, растянуть вот эти вот поверхности. Для этого делается так. И как можно ровнее в этой плоскости наклоняемся. Делаем вдох. Не спеша наклоняемся. И чувствуем здесь это растяжение. Побыли немножко. Сюда. Опять вдох и наклоняемся. Побыли сюда, в эту сторону. Хорошо. И еще разок и закончим. Следующее упражнение. Очень важно растянуть вот эту вот заднюю поверхность бедра и спины. Потому что она у нас, как правило, находится в таком каком-то постоянно сжатом состоянии и не напитывается. Для этого лучше всего подходит, значит, такая асана. Она называется поза растянутой спины или голова к колену. Значит, берем себя за большие пальчики руками и расслабляемся. Ноги в коленях прямые. И подтягиваем, не спеша, медленно, плавно. Сосредотачиваемся вот на этой вот части тела. И потихонечку подтягиваем, добиваясь таких приятных
болезненных ощущений растягивания. Вот их-то и поддерживает. Вместе с этим делаем дыхание и внимание сосредоточено там. Хорошо, растянули, ну и зарядка должна, конечно, делаться так, чтобы она вас не утомляла, не затягивалась и не приносила какой-то элемент внутреннего раздражения, а была в радость. То есть довольно-таки быстро шло одно действие за другим. При этом прорабатываем максимальное количество полезных элементов организма. Вот. И следующим важным шагом, конечно, надо сделать массаж внутренних органов. Значит, их можно делать по-разному, проминая лежа руками. Установка так раз, 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 хорошенько. Да? Либо можно, значит, с помощью вот такого вот упражнения, ну, я все делаю сидя. То есть делаем выдох и подтягиваем живот на выдохе. Потом на выдохе представляем трубу и сверху тянем поток. Дотянув его примерно до сюда, задержим дыхание, руками делаем вот такое движение и снизу тянем другой поток. Дотягиваем его сюда и потом задержим дыхание, собираем слюну и как бы эти два потока в себя. Вжимаем позвоночный столб вот так, проглатываем и опускаем сюда. То есть вот такое упражнение. И его повторяем 3-5 раз. Животик надо прорабатывать очень и очень хорошо.
Если нормально выполнено это упражнение, то получается так, будто вы что-то проглотили, ну, вкусного, энергичного, большой-большой кусок, который сразу сделал вас намного сильнее, намного как бы, энергичнее, жизнеспособнее. Ну и еще одно упражнение, это уже, так сказать, для продвинутых учеников. Это на уле, то есть вот такое движение живота. Как видите, тело у меня стало совершенно другим, ну примерно как у мальчика лет 17-18, да? То есть голод позволил моему телу придать форму более юного человека. Я думаю, что и содержание соответствующим образом тоже изменилось в лучшую сторону. После зарядки теперь можно переходить к водным процедурам. Идут 20-е сутки восстановления после 40-дневного голода. Как вы видите, на лицо я уже практически восстановился. На тело тоже особо не хочу дальше выполнять. Вешу сейчас 85 килограмм. Самочувствие нормальное, все хорошо. В моем кабинете висят две фотографии. Вот эта фотография сделана сразу же после того,